Йоу, чуваки, у меня есть идея даже короче, чем у Дрейка. Да ты шо? Покупайте. У меня есть идея заработать миллион, чтобы построить себе дом, чтобы построить себе дом. Самый-самый-самый большой, самый-самый-самый крутой. Мне поможет в этом мой любимый микрофон. Он волшебный, непростой, ты не понял, в чем прикол. Садись, два, ты тупой, просто сядь на место, бой. И послушай меня внимательно, я тебе буду рассказывать срочно, как тебе надо что-то делать. Он исполняет желание, это тема, тема. Тема на века, да-да-да-да. Это тема на года. Коматэ яма, ми яма рама. Це тупо космос, а. Це космос, братва. Переходь на таємну сторону, а. Переходь на таємну сторону зла. У нас есть идея и у нас есть вода. Сладкая, 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 я, сладкая вода. Как же я ее люблю. Когда будет миллион, я миллион бутылочек себе куплю. Прикольно. Всех угощу, всех напою, всех люблю. Да. И маленьких, и больших. Большой. Всех. Угу, да. Они здесь. Сейчас. У меня есть идея заработать миллион и купить себе охуевший большой дом и долбить в нем гидропон и долбить. Он, конечно, будет пытаться, но ему меня не убить. Нет, всякие ништяки я буду заказывать палаци. Прием, пацы, мне срочно надо попускаться. Я в той комнате, где самая большая плазма. Самая большая плазма, разнес Саньку ебало в мясо. Ну конечно в UFC, ты же знаешь, Саня псих. Цинь. Это Илон Маск звонит, у меня с ним совместный бизнес. Я придумал его под кислым. Чистые деньги и чистый солд, мой гидропон его ракета несет. Да. У меня есть идея заработать миллион. У меня есть идея заработать миллион. И в мою идею не входит идти в офис, работать на какого-то дядю за копейку. Окей? Okay?